Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это часы, браслет Huawei Watch Fit. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить тайм-аут блокировки, точнее погашения экрана. Итак, сначала сверху вниз спускаем шторку быстрого доступа и нажимаем настройки, чтобы войти в настройки. После чего нажимаем экран, спускаемся немножечко вниз и нажимаем другое. И вот смотрите, что у нас есть. У нас есть функция, которая называется «Экран включен». Мы можем выставить, сколько минут будет включена функция «Экран включен». Но это немножечко не то. Экран включен, такой якобы «Always on display». Но если вы нажмете «Спящий режим» и выберете, сколько секунд у вас будет включен именно сам экран, тогда вы можете выставить максимальное значение в целых 20 секунд, и тогда ваш экранчик будет гаснуть гораздо дольше, чем автоматический параметр. Что ж, спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!